Всем привет! Хочу рассказать одну историю. Лет 5, наверное, назад началась она. Началась с того, что я пошел в клуб в тройку, и меня ДНК, или как там они, блядь, СКН, забрали с подозрением на употребление наркотиков. Ну, естественно, отвезли на мочу там. У меня моя моча ничего не показала, но все равно поставили на учет, и после этого все началось дальше больше. И дальше хуже. Из мухи слона сделали. Потом я обратился к стоматологу. Пришлось мне проблемы с зубами. Там их оперативники установили мне зубные пломбы. Медные проволоки. Я сперва не понимал, что это такое. Ну, зубные штифы. Но со временем я это все понял. Это дурные мысли в голову. И всякое такое. Не знаю, поверите, не поверите. Но эти штифы и зубные проволоки, как антенки в зубах. Это связь ихняя. Потом они завербовали друзей всех. Напичкали такими же проволоками, ну, штифами. Прослушкали, что это такое в зубах, я не знаю. Но это связь у ФСБ и у ГНК, нахуй. Специальные программы через ноутбуки там. Телефоны используют, могут проверить ваше сердцебиение, давление, в каком вы состоянии ходите, могут прослушивать вас. Также могут дурные мысли в голову бить. Можете жить в плохом настроении, все меняется быстро. Об этом никто не знает. Вот это откровенное видео я хочу рассказать. Потом начались. Преследования во всех общественных местах, в клубах, куда бы ни пошел, везде ихние, бля, оперативники были. Ездили на автобусах, Москву встречали, провожали. Ногинск, где я работал, там были везде, Лукино-Варино. Ну и на вокзалах, в бане, кинотеатры, клубы. Короче, задавили по полной программе. Как бы сказать, задушили, ну, перекрыли кислород полностью. Ну, потом узнал, что за меня ходят сплетни всякие, что я наркодилер, занимаюсь солью, типа из Москвы привожу, занимаюсь закладками, там наркоман, под солями я сижу, типа и можно со мной что хочешь, что я делаю, ну, так как я один живу, вот они и вцепились в меня. Повторяюсь, это было лет 5, ну уже 5 лет это продолжается. Что там дальше? Ну, блядь. Все друзья, которые были, друзья, не друзья уже, как бы работали на них. У них были такая же прослушка в зубах, я их слышал в разговорах, как они общаются между собой. Ну и плюс, когда я гулял там, ходил куда-то, встречал этих оперативников, агенты, как их называть, я не знаю, нахуй, разведка или кто они там, ФСБ или ГНК, блядь, они, ну, типа, под нос бубнят, короче. Ну, это связь ихняя такая. Я сперва не понимал, что это такое, но потом понял, оказывается, это у меня такая же хуйня в зубах, прослушивали, ну, и дурные мысли, и всякое такое, там, ночью, когда спишь, короче. Ну, играют вами сны хуёвые, снятся всякие. Ну, типа издевательств происходит. Плюс через глаза могут наблюдать. Все эти технологии существуют. Просто многие не знают, кто вот попадал в такие истории, ситуации. Вон, как в интернете, видите, психтеррор называется. Очень много таких людей ходит. Они просто не знают об этом. То, что это все в зубных нервах находится. Все вот это. Все зубные нервы идут в мозг. Ну, вот эти металл, который в зубах, это все как бы антенки. Ну, человек, он вырабатывает электроэнергию. Я это все изучал уже. Ну, человек как телефон, глаза как камеры становятся. Просто многие этого не понимают. Ну, сколько фильмов уже режиссеры снимают, американские, ну, там, блядь, хотят показать вам смысл фильмов, дать понять, что происходит. Ну, «Аватар», там «Анон», такие фильмы, или «Геймер»,
можете посмотреть. Уже это давно существует. Много сайтов в интернете. Это все правдиво. Все, что там говорят про глаза, то, что как это камеры могут смотреть через ваши глаза, как вы работаете, всю вашу личную жизнь, повторяюсь, с этими антеннками вы не сможете любить, жить нормально, мечтать и всякое такое. Вам перекроют кислород. Ну, это как бы связь в зубах, они все слышат, всю вашу информацию собирают. Также можете там посмотреть видео, как Путин рассекретил. Таких очень видео много в интернете. Но его 2 года назад началась эта игра в Чувашии. Помимо этого, они подключили телевизор, скрытую камеру онлайн, и, блядь, показывали меня на, как там сказать, на весь район, на весь дом, как я живу. Ну, хотели унизить, короче, мою честь и достоинство. Ну, типа я наркодилер, наркоман, под солями сижу, короче. Там все принимали участие МВД, ФСБ, чуваши, ГНК, нахуй. Эта игра началась на пляже, когда я вышел на пляж. Там, блядь, все эти, блядь, оборотни в погонах, нахуй. Создали эту игру, короче, хотели меня унизить, там, типа я солевой наркоман. Ну, под солями мне недолго жить, короче. Ну вот потом вот эти вот, перед этим, как начаться игру, я пошел в больницу, там, оказывается, ихний же стоматолог, блядь, понаставил мне эти, блядь, штифы в зубы. Ну, нормальные живые зубы были у меня хорошие. И вот, когда лечили, ну, один укол на 5 зубов мне ебашило. То есть просверлило, засунуло, что-то заляпало, короче. И вот у меня начались проблемы с зубами. И вот потом началась вот эта ихняя хуйня. Они подключили меня к этой своей, блядь, связи или что это такое, я не знаю. Они целыми днями пиздят хуйню какую-то там. Ну, типа, блядь, оскорбляют, унижают там, блядь. Ну, это ихняя связь, короче, в зубах. А меня используют, короче, как там, как клоуна, блядь, или как что там. Ну, задушить хотят полностью, короче. Повторяюсь, блядь, у кого эти есть антенки или штифы в зубах, блядь. Это они читают ваши мысли, все передается на компьютер. Наблюдают через глаза, прослушивают, следят за каждым движением. Ну, вся информация о вас, нахуй, все переходит к ним на базу, нахуй. Не знаю, кто, может, посмотрел у меня ВКонтакте видео, я выкладывал. Это я обращение делаю всем тем, кто сплетничает, нахуй. Пидорасы, бля, ебаные. Которые запускают сплетни всякие, нахуй. Вы, сука, думаете, когда вы что делаете, нахуй. До чего могут ваши сплетни довести, нахуй. Из, блядь, нормального человека, нахуй, блядь. Сделали наркодилера, наркомана, блядь, солевого. Который занимается закладками, нахуй, там. И всякая хуйня, говно, блядь. И плюс сюда спецслужбы включились, нахуй. Которые не могут отстать, нахуй, уже, блядь, 5 лет, нахуй. Вот дегенераты, нахуй, блядь, которые сплетничают и всякую хуйню несут, нахуй, про людей. Если не знаете, лучше молчите, блядь. Нехуй язык раскрывать. Чё дальше продолжим, нахуй. Также могут вам настроение поменять, когда вы работаете. Вы можете ослабленным быть, аппетит у вас пропасть. Потом, ну, дискомфорт. Вы становитесь слабым. Это все в зубных нервах. Они подключают специальные программы. Ну, короче, убивают человека. Повторяюсь, невозможно любить, там, ну, интим жизнь, там, читать. Смотреть фильмы. Ну, полный человек теряет, ну, над собой все. Ничего не интересно становится. Могут довести до суицида. Вот повторяюсь, когда началась эта игра 2 года назад, они мне кричали, ну, как там, в зубах это все находится. Передается в мозг, типа, чтобы я выпрыгнул с окна, повесился, утопился, короче. Ну, доводит до суицида.
Эта технология существует. Просто вы многое не знаете об этом. Это специальные программы. У них на ноутбуках, на телефонах, это планшеты. Они используют ноутбуки, в машинах сидят. Телефоны также могут, айфоны им там, ну, мощные, с процессором. Что еще рассказать? Ну вот, если не верите, введите психотеррор. Пси-террор, так, ну, в интернете. Там много информации об этом. Ну, как люди страдают, кто попадал под это. Ну, которые мучаются, также страдают, которых там в 4 утра будет, которые ночами не спят, которых, ну, также мучают, страдают, там, на работу тяжело ходить. Я хочу сказать, что это все в зубах. Это антенки в зубах, это, блядь. Ну вот, я удалял зубы. Сейчас бы у меня нет рентгена с собой, у меня был рентген, дома лежит. Я бы вам показал этот рентген, что там находится у меня. Я как киборг. У меня вся челюсть напичкана металлом, железками всякими. Это все история правдивая. Все, что я говорю, это все правда. Ни одного обмана. Никаких наркотиков никогда не было. Не был я наркодилером, не был закладчиком. Все, что там... Какие-то слухи за меня сходят. Это, блядь, все это ФСБ и ГНК хотели сломать мою жизнь. Ну, и хотели дальше добить при помощи этой игры. Ну, дом подключили скрытую камеру, повторяюсь. Там смотрели на меня онлайн, как я живу, чем я занимаюсь, что я делаю. Плюс еще скрытые камеры вешали на шторах. Ну, полный беспредел. Ночью, когда спал, запускали, блядь, глюцогенный газ. Ну, там спишь. Они заходят, смотрят, как ты спишь, там, я не знаю, чем они занимались. Устраивали шмон-хаты без моего ведома, без ордера, короче. Это было тоже 2 года назад, пока я там отдыхал на пляже. Они шмонали мою хату, там еще искали какие-то наркотики, я не знаю. Может, блядь, слава богу, не подбросили, блядь. Что еще сказать про эту игру? Используют специальную технику, нахуй, соседи. Соседи все были завербованы, блядь. Ну, там включают. Может быть такое, что у вас холодильник, телевизор ночью трещать начинает. DVD, там, ну, все техника, короче, через электричество. Может быть такое, что ночью с выключенной лампочкой у вас может загореться, ну, лампочка включится. Ну, там специальная техника, у них все это есть. Ну, короче, было издевательство это, блядь, 2 года назад. Ну, блядь, плюс телефоны их не с программами, смс-ками, нахуй. То есть на программу, блядь, кричишь какие-то слова, они через, ну, блядь, через эту хуйню, через зубные нервы все передается в мозг, короче. Вы просто многое не знаете об этом. Я уже сколько, 5 лет это страдаю, блядь. Я совсем изменился, но все уже, наверное, видят меня, какой я стал. То, что я совсем другой. Уже все замечают, что-то Олег изменился. И вот, что хочу сказать, 2 года назад, да? Ну вот дальше эта игра продолжается и до сих пор, нахуй, я как, блядь, как бы прислушка, это все у меня в зубах до сих пор находится. Они, блядь, напичкали всю челюсть мне, блядь, я никак не могу избавиться. Куда ни идешь в больницу, отказываются либо снимать, удалять. Ну, короче, везде свои связи у них, звонят там. Люди непростые, были такие номера ААА, ООО, ССС, ТТТ, короче, все такие номера машины, там, блядь, крузаки, ну, короче, богатые люди, весомые люди, короче, вот такие люди играют простыми людьми, нахуй. Ну, и можете посмотреть там видео ВКонтакте у меня, я выложу сейчас там 4-5 видео про это все. Может, факты налицо вам, может, вы поймете, может, не поймете. Вы, может, скажете, что чушь какая-то, шизофрения. На самом деле нет никакой шизофрении, я полностью здоров. Ну вот, этим летом я также, блядь, с Москвы приехал на Троицу. Ну и мне, ну, была подстава, короче, вызвали психбригаду. Меня закрыли в больницу, хотели, чтобы я там лежал
ну, шизофрения типа у меня. Но диагноза не было никакого, я здоров, меня через месяц выписали. Так что они хотят задушить мою жизнь. Ну, это откровенное видео, откровенное письмо. Я хочу, чтобы вы все знали, нахуй, что это, блядь. Это под этот пресс может каждый попасть, нахуй. Это ФСБ, ГНК, ну, спецслужбы, УБОП может там. Могут задавить, короче, сплетни за вас пустить, там, через своих, там, я не знаю. Ну, и всякое такое, там, чтобы вы в кредит залезли. На работу нормальную вы устроиться не сможете, я сразу говорю. Они будут мешать вам, давить на вас. Ну, полностью задавят жизнь. Ну, плюс недавно нашел на сайте такую этот, ну, информацию, психтеррор. Пситеррор, как, ну, которую люди попадают под это. Под пресс. Ну, там много есть чего интересного. Может, вы поймете, может, не поймете, я не знаю. Такую вот историю я хотел рассказать. Но если, бля, рассказывать, это можно рассказывать очень долго. Как они следили, как подъезды охраняли. Ну, там, скрытые камеры дома, проходили домой, там, блядь, плюс бани, там, куда-нибудь в клуб идешь, они там уже работают. В Москву в автобусах ездят, на вокзалах там, в Москве уже пасут. Ну, везде их люди, короче. И везде такая чушь была. Ну, вот куда бы ни поехал на работу, типа крупную партию наркотиков хочу перевезти, там, блядь, еще что-то, блядь. Ну, типа такого, короче. Ну, то есть играли мной нахуй. Ну, там через свои же, такие же в городах, блядь. Также ФСБ, там, ГНК, МВД, блядь. Ну, типа наркоман, там, нихуя, блядь, соль перевожу, закладками занимаюсь. Еще раз повторяюсь, никаких солей, никакой наркотиков, нахуй, блядь. Ничего подобного не было, нахуй. Никаких закладок, нахуй. Ни с какими наркоманами я не связывался, нахуй. Это все бред, нахуй. Это все, блядь, подстава. А, еще могу дополнить к этой информации. Блядь, вот за 5 лет этой хуйни, ну, вот как жизнь моя начала меняться, очень много было подстав всяких, ну, на которые я не велся. Ну, хотели меня закрыть, там, поймать за что-нибудь, за кражу, там, за воровство. Ну, там, блядь, на витрину могут телефон положить, деньги там в карман задний засунуть. Ну, там, всякие утки подставные. И таких было полно, короче, подстав. Или там, допустим, идете куда-нибудь пиво попить. Я повторяюсь, вы даже водки попить не сможете, пиво попить. Они могут включить программу, что у вас дурные мысли начинают в голову лезть. Вы можете, и там в это время, допустим, ППСники, ну, сцепиться там, провоцировать, короче. Ну, начинается мандраж по телу, там, психоз какой-то. И, типа, ну, можете подраться там, и что там. Ну, короче, чтобы зацепиться за вас, ну, сломать. Либо там завербовать, не знаю, как там они ломают, вербуют, нахуй. Что у них там в голове, не знаю. Вот так вот. Что еще хотел сказать? Ну, спецтехнологии давно существуют, то, что, ну, вы завербованы все соседи. Хочу рассказать про ночные игры, короче. Когда вы спите, то есть вы забудете про свои сны уже. У вас не будет снов. У вас будут сны, как компьютерные, типа игр, короче, всяких. Ну, вами будут играть ночью. Об этом никто не знает, это, блядь, все через зубные нервы, так же говорю, повторяюсь. Ну, вот эти люди, которые пострадали от пси-террора, ну, вот это все, как сказать, ну, которые страдают, которые там фольгу, шапочки на голову одевают или еще что-то. Бля, и всем таким людям пострадавшим хочу это видео откровенно сказать. Это всего лишь, блядь, усики в зубах. Обычные медные проволоки, блядь, и штифы в живых зубах, в зубных нервах. Бля, я бы вам показал рентген, фото рентгена. Ну, вы бы все поняли это. Ну, чем пичкают, короче, зубы. Все думают, что это зубные, ну, там, зубные каналы, там, запломбированные. Ну, мог же быть такой запломбированный, а могут же быть то, что вот как у меня, там, металл. Ну, вот я вот удалял зубы, у меня в зубных корнях вылазили медные проволоки, короче, штифы.
Что могу сказать еще? Что они могут? Какие программы включать туда? Вы можете, когда вот спать, там, у вас может все тело задрожать, ноги мандражировать, боли в сердце начинаются, головные боли, короче, аппетит пропадает. Ну, короче, похудеете, и, ну, короче, добьют, короче, добивают. Ну, вот, это видео обращение, мне уже деваться некуда, я куда только не обращался. Никто не так и не смог мне помочь, короче. Ходил на Лубянку ФСБ, блядь. Вот, действительно, блядь, говорю, ходил за помощью к ним. Ну, чтобы как-то, блядь, помогли разобраться с этой игрой в Чувашии, блядь, которую они там устроили. Писал письмо в внешнюю разведку, прокуратуру, следственный комитет, нахуй. Ну, короче, бесполезно. Ну, вот, выкладываю такое видео уже от того, что деваться некуда. Ну, и вот, хочу всем сказать, ну, сделайте репост, пускай все посмотрят там ВКонтакте, не знаю. Ну, кто принимал участие в этой игре, пускай поймут. А там было пол чулочки, наверное, я не знаю. Что за игра такая была, все молчат, всех запугали, я не знаю, либо бабки заплатили им. Ну, это и повторяюсь, эта игра началась 2 года назад. Чуваши, ну вот если видео дадим, то... Всем привет, я пока еще живой. На глаза не смотрите, я уставший. А зубы у меня скоро будут, наверное, там. Голливудская улыбка, короче. Так вот, как-то так. Все, что я сказал, все это правда.